мнению активистов молодежной организации «Молодая гвардия», нет ничего важнее жизни ребенка. На днях они решили устроить благотворительную ярмарку для того, чтобы помочь собрать средства на операцию малышу по имени Артем Кокетрян. У ребенка серьезная болезнь, которую можно вылечить только с помощью хирургического вмешательства. Ярмарка прошла в лицее имени Милеску Спытару, где учились родители Артемки. «Молодая гвардия вышла к нам с инициативой. Мы решили попробовать, что же это будет, потому что гуляния, масленичные разгуляи у нас традиционные. Подготовили учащиеся среднего звена различные там предметы для того, чтобы организовать ярмарку на продажу в благотворительных целях, для того, чтобы помочь ученику нашего лицея, ребенок которого заболел». Товары, которые организаторы представили на прилавках, в основном пригодились бы тем, кто каждый год привык отмечать Масленицу. Это были вкусные блины и выпечка, а также различные украшения и книги для любителей духовной пищи. «Покупают в основном такие блинчики, такие не очень-очень вкусные, говорят. В основном берут шоколад, да. Только это секрет». Будут выступления, будут песни, пляски, хороводы. Мы также решили, так как это Масленица, решили испечь блины, различную выпечку. Молодогвардейцы долго готовились к этому мероприятию. Представления, интересные номера и конкурсы, подготовленные организаторами, здорово подняли настроение ребятишкам. Мы отмечаем Масленицу в лицее Милеску Спытару. У нас есть вступительная программа, где для ребят есть веселые конкурсы, хороводы и встреча весны. Ярмарка прошла на ура. Все участники были довольны результатом. Кроме того, что они имели возможность помочь больному ребенку, они получили приятные впечатления от праздника. Члены молодой гвардии надеются, что смогут проводить такие мероприятия как минимум раз в месяц. Ведь так приятно дарить другим людям радость.